В Люберецкой областной больнице находится на лечении пациент, получивший травму при выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции. С раненым пациентом пообщался Богдан Колесников. Участника СВО доставили в травматологическое отделение 24 февраля. После проведения обследований врачи поставили неутешительный диагноз – перелом латеральной лодыжки со смещением. 25 с утра взяли, прооперировали, сделали остеосинтез лодыжек ему. Пациент выздоравливает, на данный момент чувствует себя прекрасно. Швы состоятельно, заживает рана первично. На сегодня готовится на выписку домой. Врачи устранили подвывих в голеностопном суставе и установили поврежденные кости в правильное положение, скрепив их титановыми пластинами. Было какое-то то ли переживание, как, ну, как бы там инвалидность это не получить. Ну, какие-то вот такие мысли посещали. А так все прошло четко. Ну, профессионал своего дела. Значит, люди знают, что делают. Что делают и как делают. Это тоже дорого стоит. По словам травматологов, восстановление займет от 6 до 10 недель. Все это время пациент проведет дома. Как раз должен быть наступить отпуск. Но отпуска отменили, но в связи с травмой он дома не был 6 месяцев. Полгода. Соскучился ужасно. Спасибо врачам. Заведующим, кто оперировал, огромное спасибо. Рядом старший сын, который приехал помочь собрать вещи. Семья очень соскучилась, а мужчина убежден, что после реабилитации снова вернется на передовую на защиту рубежей России. Богдан Колесников, телеканал ЛРТ.